Здравствуйте! Сегодня 19 октября 2020 года. Я, Концов Максим Викторович, простой человек, простой строитель. Иду осознанно, добровольно. После добровольной сдачи оружия иду в областное УВД для пояснения событий 14 октября по делу Клевчихина и дела Няня. О событиях 14 октября могу сказать так. Мой поступок был спровоцирован страхом за свою жизнь, потому что неизвестные люди взламывали мою дверь.